Praise the Lord, church. Слава Богу, церковь. God is good. Бог добрый Бог. Amen. Аминь. I want to get straight into my sermon here. Я хочу сразу обратиться к Писанию. With the for our youth service on Friday, we started a new series. Мы начали на нашем молодежном служении в пятницу мы начали сериал. We started talking about the baptism with the Holy Ghost. Мы начали говорить о крещении Духом Святым. And I was going to speak on the third part of this message today. Я должен был говорить на третью часть этого сериала. But the Lord placed in my heart to preach the first sermon I preached on Friday service. Но Бог положил на мое сердце говорить тот первую часть, которую я говорил в пятницу. So those who were in youth service 2 weeks ago would hear this message a second time. Но те из вас, кто был на молодежном служении 2 недели назад, вам придется слышать второй раз. But we will be talking about the baptism with the Holy Spirit. Но мы будем говорить о крещении Духом Святым. Before we start the sermon, some information. Перед тем, как я начну проповедь, я хочу сказать некоторую информацию. Matthew, Mark, and Luke. Матвей, Марк и Лука. Are called the synoptic gospels. Они говорят синоптик Евангелие синоптиков. They're called that because they are similar accounts. Они называются так, потому что они имеют одинаковые темы. They are spoken of the beginning of Jesus' ministry. Они начинают от начала служения Иисуса Христа. John is not considered a synoptic gospel. Иоанн не включается в Евангелие синоптика. Because John focused on the last year of Jesus' ministry. Потому что внимание Иоанна обращено на последний год служения Иисуса Христа. So there are some things written in Matthew, Mark, Luke that are not written in John and vice versa. Те места, которые записаны в Марка, в Матфея, Марка и Луки, они не записаны в Иоанна или же по-другому. But there are some things that are written in all four. Но есть вещи, которые во всех четырех Евангелиях упоминаются. And the baptism of the Holy Spirit is written in all four accounts. И крещение Духом Святым написано во всех четырех Евангелиях. In Matthew chapter 3, verse 11. А в Матфея 3 глава 11 стихом. Я крещу вас в воде к покаянию, но идет за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Он будет крестить вам Духом Святым и огнем. Mark chapter 1 verse 8. Марка, 1 глава, 8 стих. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Я крещу вас во имя Отца, но Он будет крестить вас Духом Святым. Luke chapter 3, verse 16. Луки 3, глава 16 стих. John answered them and said, Иоанн ответил и сказал, As for me, I baptize you with water, а что для меня, я крещу вас водою, who's coming after me is mightier, he will baptize you with the Holy Spirit. Но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым. You will notice that Matthew, Mark, and Luke are very similar. Вы заметили, что Матвей, Марк и Лука, они очень похожи. When we get to John, it's a little bit different. Но когда мы приходим к Иоанну, там чуть-чуть по-другому. But the meaning is the same. Но сама сущность одинакова. John chapter 1 verse 33. Иоанна 1 глава 33 стих. I did not recognize him, but he who sent me to baptize in water said to me, He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Throughout Scripture, we will find that there is three valuable moments in the life of a Christian. На протяжении Писания мы находим, что есть три важных момента в жизни христианина. One, of course, is when a Christian is born again. Один из моментов, когда христианин рождается свыше. And that Scripture says, "For by one Spirit." И очень важно сказать одним духом. In Scripture it says, "For one Spirit." В Писании говорится одним духом. You were baptized into one body.
вы крещены в одно тело. And through when we're born again, when we receive salvation, когда мы рождены свыше, мы получаем спасение. The Holy Spirit seals us. Дух Святой нас запечатляет. Into the body of Christ. Как в тело Иисуса Христа. The next vital moment is the water baptism. Следующий важный момент это водное крещение. And the third is the baptism of the Holy Spirit. И третье крещение Духом Святым. And we will look at two examples in Acts. Когда мы посмотрим на два примера в Деяниях апостолов, where you will see all three of these events taking place. Вы увидите, что все три этих момента происходят в жизни людей. Acts chapter 8 verse 12. 8 глава Деяний апостолов, 12 стих. And before we read this text, I want us to understand. Прежде чем мы будем читать это место священия, но описание, хочу, чтобы мы понимали, that when an individual is baptized with the Holy Spirit, что когда личность крещена Духом Святым, it is a separate event from when a person gets saved. Это отдельный момент от того момента, когда личность получает спасение. Or when a person believes in Jesus. Или когда человек начинает верить в Иисуса. Acts chapter 8, verse 12. 8 глава Деяний апостола, 12 стих. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Next. Уверовал и сам Симон, и крестившийся не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы и знамения, изумился. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что в Самарии приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, и только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. So what is happening here? Что здесь происходит? Philip is preaching the gospel. Филипп проповедует Евангелие. Proclaiming the good news. Он вещает добрую весть. Of the kingdom of God in the name of Jesus. О Царстве Божие во имя Иисуса Христа. And the people that heard, they believed and they were baptized. И люди, которые услышали, они поверили и крестились. Peter and John. И Петр и Иоанн, received the information. Получившие информацию. So they want to find out if this is the strength. Truly true. Они хотели узнать, действительно ли это так. So when they from Jerusalem, they heard, they went to where Philip was preaching. И придя с Иерусалима, они пришли на место, где Филипп проповедовал. They saw that the new believers already received the gospel. Они увидели, что те новообращенные, они получили Евангелие. And they asked them, well, did you receive the Holy Spirit? И они спросили у них, получили вы ли Духа Святого? They prayed for them to receive the Holy Spirit. И они помолились о них, чтобы они получили Духа Святого. By the laying of the hands. И возложившие руки. You will find that they first believed. Вы найдете, что они прежде уверовали. They were water baptized. Они были крещены водным крещением. And they and received the Holy Spirit. И они получили Духа Святого. Moving on to Acts chapter 19. Давайте обратим наше внимание 19 глава Луки. While starting from verse 1 through verse 7. Мы начнём с первого стиха. A very similar circumstance happens. Там похожие обстоятельства, которые произошли. Во время пребывания апостолов в Коринфе, Павел, придя в верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они сказали ему: «Мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» И они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, но есть, то есть в Иисуса Христа». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Similar event happens. Похожая ситуация произошла. They find some disciples. Начиная с учеников. They found them. Они нашли их. And they see that they're
disciples are followers of Jesus. И они увидели, что эти ученики, они последователи Иисуса Христа. And they asked him, when you believed in Jesus, и они спросили у них, когда вы уверовали в Иисуса, did you receive the Holy Spirit? Получили вы Духа Святого? Their response is, we haven't heard of it. И их ответ был таким, мы даже не слышали о таком. So long story short, сделать эту историю покороче, Paul has them baptized in the name of the Lord, Бог крестил их во имя Иисуса Христа, and then Paul lays hands on them, и Бог, потом Павел возлагает руки на них, and they receive the baptism of the Holy Spirit. И они получают крещение Духом Святым. In Acts chapter 2, verse 38, в Акс, 2 глава, 38 стихом, it says here, оно говорится там, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих, говорит такие слова. Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. And verse 39. И 39 стих. The promise is for you, your children, and for all who are far off, for whom the Lord will call. Ибо вам принадлежит сие обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. So what is the Holy Spirit baptism? Что значит крещение Духом Святым? First of all, it was a promise. Прежде всего, это обещание. Обетование. Jesus says in Luke chapter 24, verse 49. Иисус Христос говорит в Луки 24:49. I am sending forth the promise of my Father upon you. Он говорит, что я пошлю обетование Отца моего на вас. And you are to stay in the city until you are clothed with power on high. А вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силу свыше. Another text he says, wait in Jerusalem until the power comes. А в другом тексте он говорит, что оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите силу. Nothing that comes out of the mouth of God is ever in vain. Ничего, что не исходит из уст Божьих, оно просто так не происходит. All of his promises are yes and amen. Все его обетования есть да и аминь. So whenever God spoke something through his scripture, through people that were moved by the Holy Spirit, все, что Бог не говорил через Писание или через людей, движимых Духом Святым, so when he gave a promise, когда он дал обетование, the promise will and was fulfilled. Обетование было и обетование было произошло. The second thing, it's a gift. Второе — это дар. We just read Acts chapter 2, verse 38. You will receive the gift of the Holy Spirit. Мы читали в Луки, в Деянии апостолов, 2 глава, 38 стих, говорит, вы получите дар Духа Святого. Acts chapter 5, verse 32 says, 5 глава Деяния апостола, 32 стих, говорит, and we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Свидетели ему все мы и Дух Святой, который Бог дал повинующимся ему. The Holy Spirit is a gift. Дух Святой есть дар. And the third thing. И третье. It was a command of Jesus. Это было повеление Иисуса. He says, gathering them together. He commanded them not to leave Jerusalem. Собрав их вместе, он повелел им не оставлять Иерусалима. But to wait for what the Father has promised. Но ожидать того, что отец обещал. Ephesians chapter 5 verse 18 says. Ефесянам 5 глава 18 стих говорит. We have to memorize this verse. Мы должны запомнить этот стих. Do not be drunk with wine. Не упивайтесь вином, but be filled with the Spirit. От которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Be filled. Исполняйтесь Духом Святым. It's spoken as a command, as if a phrase that must be fulfilled. Это говорит о команде, которую должна быть исполнена. So, what was the purpose of the Holy Spirit baptism? Какая цель была крещения Духом Святым? We see that the Holy Spirit did come through Scripture. Мы видим, что Дух Божий
пребывал в, через Писание. We see it happened after people already repented and believed in Jesus. Мы видим, что это произошло после того, как люди покаялись в Иисуса. What was the purpose? Какая была цель? First of all, next is you shall receive power. Прежде всего, в Деяниях апостола написано, вы получите силу. It was power for the disciples to be able to minister the word of God with boldness and authority. Это была сила для учеников, для чтобы они проповедовали с авторитетом и силою. You know the word power? Знаете слово сила? Is the same word we get dynamite from. Это то же самое слово, от которого мы получаем динамит. In the Greek. So he, в греческом языке. So when he said you receive power, когда он говорит, вы получите силу, the implication is this will be explosive. Это значило, что вы получите взрывное устройство. Meaning it can't be held back, it can't be explained. It's a power of God. То, что вы получите, оно не вы не в состоянии его держать. Это сила Божья. In Luke chapter 4, verse 18. А Луки 4 глава 18 стих. The words of Jesus. Слова Иисуса. The Spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне, because he has anointed me to preach the gospel to the потому, poor, что он помазал меня благовествовать. He sent me to heal the brokenhearted. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. To preach deliverance to the captives. Проповедовать пленным освобождение. Recover sight to the blind. Слепым прозрение. And set the captive free. Отпустить измученных на свободу. So the Spirit of the Lord was on Jesus. Дух Божий, Дух Святой был на Иисусе. And that anointed him to do the following things. И это помазало его выполнять ту работу, которую он был призван. We can preach all day. Мы можем проповедовать целый день. We can sing all day. Мы можем петь целый день. We can tell people Jesus loves you all day. Мы можем говорить людям, Иисус любит тебя целый день. But unless the Holy Spirit comes with His power, но если Дух Божий не придет со своей силой, our words are just words. Наши слова остаются словами. The power of God. Сила Божья is in the gospel, она в Евангелии, that's where we speak the gospel, которое мы говорим, and the Holy Spirit takes the gospel, и Дух Святой берет Евангелие, and seals into the heart, и запечатляет сердца, and people can respond, и люди начинают отвечать. We are in need of the power to be able to evangelize. Мы в нужде этой силы для того, чтобы свидетельствовать. You know that same power transformed the life of the disciples. Та же самая сила преобразила жизни учеников Иисуса Христа. In John chapter 20, verse 19. Иоанна 20 глава 19 стих. The disciples locked themselves up in the room. Ученики закрыли себя в комнате. Because they were afraid of the Jews. Потому что они боялись евреев. They said they came for Jesus. Они пришли за Иисусом. They're going to come for us. Они придут и за нами. Let's just lay back a little bit. Давайте мы чуть-чуть спрячемся. So they locked the door. Они закрыли двери за собой. And that's why Jesus walked through the wall. И поэтому Иисус Христос прошел сквозь стену. The door is locked. Дверь закрыта. But look at what happens when they receive the Holy Spirit. Но смотрите, что происходит, когда они получили Дух Святой. The Holy Spirit comes upon them. Дух Святой сошел на них. Peter stands up and he starts to preach. Петр встает и начинает проповедовать Евангелие. We see them gathered for prayer a couple chapters later. Мы видим, как они собираются для молитвы несколько глав позже. Scripture says the place where they gathered was shaken. И место, на котором они были собраны, поколебалось. And the word they spoke the word of God with boldness. И они проповедовали слово Божие с уверенностью. The power came into their life. Сила пришла в их жизнь. They were no longer afraid. Они больше не боялись. Whoever has the baptism of the Holy Spirit. Всякий, кто крещен Духом Святым. I want you to understand. Я хочу, чтобы вы понимали. You are equipped with power. Вы наделены силой. Do not be afraid to share the gospel. Не бойтесь проповедовать Евангелие. Speak out the truth of the gospel. Говорите истину Евангелия. For God is with you. Потому что Господь с вами. For God is with us. Потому что Господь с нами. Number it was power for spiritual warfare. Следующее это было сила для духовной борьбы. The Bible says, "Greater is He who is in us than him who is in the world." Сильнее тот, кто в нас, нежели тот, кто в мире. And we always rehearse the verses of, you know, put on the full armor of God. И мы иногда употребляем стихи, которые говорят нам, что одеться во все оружие Божие.
the helm of salvation, шлем спасения, the shield of faith, щит веры. And at the end of this in Ephesians it says, и в конце этого Ефесянам говорится, praying always in the Spirit. И говорится, молитесь всегда духом. The Holy Spirit, Дух Святой, gives us, дает нам, the power for spiritual warfare. Дает нам силу для этой духовной борьбы. Jude says, build up your most holy faith. Написано, устрояйте дом духовный ваш. Always praying in the Holy Spirit. Всегда молясь Духом Святым. You know, maybe there's some battles in our life. Может, есть какие-то трудности в нашей жизни. Or some addictions in our life. Или, может быть, какие-то привычки в нашей or жизни. Some moments in our life. Или какие-то моменты в нашей жизни. We're having trouble overcoming. И у нас есть проблема, чтобы преодолеть их. Because we're not relying upon the power that's within us. Потому что мы не полагаемся на силу, которая в нас. The Holy Spirit. Дух Святой. The third thing the Holy Spirit was for. Третье, для чего Дух Святой был. Was power for ability. Это сила для возможностей. Because of the Holy Spirit, the disciples had the ability to preach. Из-за крещения Духом Святым ученики имели возможность проповедовать Евангелие. Signs and wonders followed them. Чудеса и знамения следовали за ними. Speech and wisdom came upon them. У них были слова и мудрость, слово мудрости было в их устах. And they gave them the ability to fulfill the Great Commission. И дала им возможность исполнить великое повеление. So who was this Holy Spirit for? Кто, для кого был этот Дух Святой? First of all, the Holy Spirit was not only for the disciples. Прежде всего, Дух Святой был не только для учеников. Peter said himself. Петр сам сказал. For the promises for you. Потому что обетование для вас. For your children. Для ваших детей. And as many as the Lord will call. И для всех ближних и дальних, кого призовет Господь. While the Lord is still calling people. Как до тех пор, пока Бог призывает людей. The promise is available. Обетование есть возможным. It is illogical for us to believe. Для нас это невозможно верить. That the early church needed power. Что ранняя церковь имела силу. But a church today doesn't need power. Но церковь сегодня не нуждается в этой силе. If you look around, если вы посмотрите вокруг, you will see the enemy is in full force. Вы увидите врага в полной его ярости. He wants to destroy marriage. Он хочет разрушить семьи. He wants to destroy lives. Он хочет разрушить жизнь. He wants to destroy values. Он хочет разрушить все наши морали. He has come to kill, steal and destroy. Он пришел для того, чтобы убить, украсть и погубить. And the church needs power. И церковь нуждается в силе. The church needs the anointing. Церковь нуждается в помазании. To be able to declare the truth in the gospel. Для того, чтобы проповедовать Евангелие. Second, it was not only for ministers. И второе, это не было только для служителей. For by one Spirit we have been baptized into one body. Everybody who is in the body of Christ. Одним духом мы были крещены в одно тело. И все, кто в теле Иисуса Христа, has a role and a mission to fulfill. Имеют обязательство исполнить эту миссию. And the Holy Spirit enables them to fulfill it. И Дух Святой создает условия, чтобы они выполнили эту работу. The Holy Spirit was not only for a special group of believers. Дух Святой, он не был только для специальной группы людей. Peter learned this in Acts chapter 10. И Петр говорит об этом в 10 главе Деяний апостолов. When he found out, когда он нашел, that the Gentiles also received the Holy Spirit. Что язычники также получили Дух Святой. Wait, it wasn't only for the Jews? Он думал, что это не было только для евреев. It wasn't only for the disciples. И он увидел, что это не только для учеников. The Gentiles received the Holy Ghost. Язычники также получили Дух Святой. And you know what's interesting? Знаете, что интересно? Is that Jesus told his disciples, Иисус Христос сказал своим ученикам, to wait in Jerusalem, ждите, ожидайте в Иерусалиме, and you will receive power on high. И вы получите силу свыше. So he spoke that to 11 disciples, because Judas betrayed them. Он говорил для 11 учеников, потому что Иуда изменил им. But how much people were gathered in the upper prayer room? Но сколько людей было собрано в верхней комнате? 120 people. 120 человек. And they were all filled
with the Holy Spirit. И они все были исполнены Духом Святым. The promise that was given to the disciples by Jesus. Та обетование, которое было дано для учеников через Иисуса. Was given to all who were in the upper prayer room. Было дано для всех, кто был в молитвенной комнате. Was given throughout the believers throughout the whole book of Acts. Но было дано для всех верующих на протяжении всех деяний апостолов. And is given to people today. И это дано сегодня для людей. And the fourth thing. И четвертое. It was not only for mature believers or Christians who were Christians for a very long time. Это не только было для тех верующих, которые уже долгое время верующие. In Acts chapter 8. Восьмой главе Деяний апостолов. The Samaritans received the Holy Spirit only a few days after they believed. Самаряне получили Духа Святого несколько дней после того, как они поверовали. The Holy Spirit came on Cornelius' household almost immediately after they believed. Дух Святой сошел на дом Корнилия сразу после того, как они поверили. If you have believed in Jesus Christ, если вы веруете в Иисуса Христа, if you've surrendered to Him as your Lord, если вы посвятили себя Ему как своего Господа, if you have repented, you gave your life to Jesus, если вы покаялись и отдали свою жизнь Иисусу, the promise of the Holy Spirit is for you. То обетование Святого Духа есть для вас. Hallelujah. Hallelujah. I want to come to an end to my service, my sermon. With the youth, we're talking more on the subject about the gifts of the Spirit, about tongues, about evidence of the Holy Spirit. Мы с молодежью говорили больше о дарах Духа Святого и говорении на иных языках на Духе Святом. I just want to end with a testimony of the power of the Holy Ghost. Я хочу закончить со свидетельством о силе Духа Святого. It's about the life of Smith Wigglesworth. Я хочу говорить о жизни Смита Вигглсворта. Maybe you guys know him, maybe you don't. He was a prominent Pentecostal preacher in the early 1900s. В 19 столетии он был пятидесятническим проповедником. He was born in the late 1800s. Он был рожден в 18 столетии. And to make a long story short, he got married. Начиная свою историю, он женился. And him and his wife had a ministry in the Salvation Army. И они имели служение в церкви армии спасения. So the problem with Smith, проблема со Смитом, was he was illiterate, he couldn't read. Он не мог читать. And he had a stuttering problem. He didn't have good speech. И он заикался, у него не было хорошей речи. So in the ministry, his wife would speak at these gospel crusades. И во всех его служениях его жена проповедовала или говорила. And the historians say they would always get into arguments because she wanted him to preach. И они история говорит, что они всегда между собой спорили, потому что она хотела, чтобы он проповедовал. And then in early 1900s, и в начале 19 столетия, we've heard of Azusa Street revival. Мы слышали о пробуждении на Azusa Street. Well, Smith Wigglesworth heard about this revival. Смит услышал об этом пробуждении. He wanted to see if this is truly, if this is true, are people being baptized with the Holy Spirit? Он хотел убедиться, что действительно это правда и люди крещены Духом Святым. So he came to America. Он приехал в Америку. He gets baptized in the Holy Spirit at Azusa Street. Он Бог крестил его Духом Святым на Azusa Street. He goes back home. Он возвращается в Англию. And he tells his wife. И он говорит своей жене. I want to preach this Sunday. Я хочу проповедовать в это воскресенье. And he preached his first sermon. И он проповедовал свою первую проповедь. With boldness. С дерзновением. With power. С силой. With authority. И авторитетом. His wife comes up to him after service and says, "I want what you have." Его жена подходит к нему после служения и говорит, "Я хочу иметь то, что ты имеешь." To Smith Wigglesworth. Для Смита. This started his evangelical ministry. Оно начало его евангелизационное служение. And there's countless of testimonies. И есть бесконечная часть свидетельств. Of how God used him to heal the sick. Как Бог использовал его для того, чтобы исцелять больных. And there is 14 accounts. И есть 14 свидетельств. Of him praying for the dead and they coming back to life. Когда он молился за умерших и они воскресали. The power of the Holy Ghost. Сила Святого Духа. Now Smith Wigglesworth
was 48 years old when he was baptized. Сміту було 48 лет, когда Бог крестил его Духом Святым. Maybe you're around that age. Может быть, вам столько сейчас. The promise is for you. Обетование для вас. Hallelujah. Hallelujah. May we stand on our feet. Можем ли мы встать на наши ноги? Stored inside every one of us. Посмотрите вовнутрь каждого себя. Everyone has potentials. Каждый из нас имеет возможности. Abilities and gifts. И возможности и дары. Allow the Holy Spirit to use you for the glory of God. Позвольте Духу Святому использовать для вас для славы Божией. Let us pray. Давайте будем молиться.